Ты кашляешь? Я не знаю. Заболел. Заболел? Тебя может полечить? Да почему? Я пью дома. Да ты буду я не знаю, кашлять у меня хотя. Все, не кашляй. Плохой актер, плохой. Какой-то кашель неестественный у тебя, ненатуральный. Эх, зря учились. Так как у меня усилитель с запасом, у меня соответствующий бас получается, ребята. Поэтому моя рекомендация, берите всегда усилитель на сабвуфер с запасом. Да и на динамике берите с запасом. Если, конечно, вы можете себе это позволить. Если вы не стеснены, так скажем, в средствах. Послушали, покатались. Я с семьей катался по делам, слушали мы этот сабвуфер. Естественно, фронт работает. Что я могу отметить из особенностей такой связки? Баса много, он насыщенный, очень ровный. То есть он не гудящий, не какой-то там пердящий. Он прям отличный, как надо. Но фронт слабоват для двенашки. И ее приходится задавливать. Что я имею в виду? Я подключил ее на тыловые каналы, эту двенашку, то есть взял сигнал с тыловых каналов. И, соответственно, я могу фейдером просто перевести. Сейчас у меня плюс 4 фронт, на минус 4 получается тыл. Тыл — это у меня сабвуферное звено именно. При такой настройке меня все устраивает, мне очень нравится звук. Послушайте, как это звучит. Я надеюсь, вам тоже понравится. Сабвуфером я полностью доволен, могу порекомендовать. Отличный старт для вашего сабового звена будет. Баса много, он ровненький. Но не забывайте, что это закрытый ящик. Фаза инвертера, он будет валить прям. Громкость 25. Из того, что есть в этой системе, среднечастотник и сабвуфер, это отличный звук, я считаю. Но очень не хватает мидбасового диапазона и твиттеров. Прям колоссально не хватает. А так, отличное звучание. Бочка звучит быстро, саббас звучит плотно. Мне очень нравится. Могу смело рекомендовать данный динамик к покупке. К тому же он недорогой.
Еще одна бочка живая. Отличный бас, я считаю. Закрытый ящик решает, ребята. В фазике будет немножко рыхловатый бас. Здесь прям плотный, хороший удар такой чувствуется. И звук весь, ты слышишь весь диапазон частот. Именно бочки и сопровождающих ее инструментов. Бас-гитара, контрабас и что-либо подобное. Отлично звучит. Показать вам, как я что подключил. Мне тогда придется выключить это все. Давайте посмотрим. Чё, как тебе весна? Нормально. Сабвуфер Ария. Вот она, двенашечка. Питание литий. Вот он. Усилитель Skylar 1200. Подключено последовательно. Тут катушки 2 плюс 2, если не ошибаюсь. Значит, в 4 ома. Вот как-то так. Кто писал, что я тут не изолировал? Вот, ребята, заизолировал специально для вас. Пожалуйста, все в изоленте, как вы просили. Иди сюда. Иди. Иди сюда. Иди колбасы дам. Подводя итоги всему вышесказанному и прослушанному, могу сказать как на духу. Это достойный динамик за свои деньги. Я могу смело рекомендовать его новичкам или тем людям, которые любят живую музыку. Очень хорошо звучит при правильной настройке и должном подходе к этому делу, ребята. Не думайте, что вы достали вот так все из коробок, высыпали в машину и у вас все заиграет. Нет, надо немножко потрудиться, нужно сделать правильный ящик, нужно его правильно расположить, закрепить, прикрутить, подобрать усилитель, усилителю дать нормальное питание. Правильно проводку проложить и так далее и тому подобное. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем вам большой удачи, чистого и громкого звука. Пока, ребята. Увидимся.